Всем привет, приветики, канал Айка ТВ, меня зовут Павел. Мы начинаем играть в игру «Спасите зверей» Pet Savers. Играть? О, кто это? Стой, мы вооружены и опасны. Это ты, привет? А мы подумали, это опять барсук. Мы Лиса и Люся, приятно познакомиться с тобой. Барсук устроил разгром у нас на ферме. Многие питомцы пропали. Нам очень нужна твоя помощь. Вот это да. Играя и получая звезды на уровнях, мы сможем восстановить ферму и спасти питомцев. Начнем работу. Давай сыграем первый уровень. Играть. Ребята, это игра 3 в ряд. Первые уровни мы проходим обучение. Переместить красный элемент вниз и получить комбинацию. А теперь перемести зеленый элемент вправо. Здесь показаны арбузы, которые осталось собрать. Это задание. Итак, приступаем. Приступаем к игре. Вот здесь отображается количество ходов, которые нам осталось выполнить. И два арбуза. Уровень пройден, ребята. Ничего сложного. Три звезды мы получили за первый уровень. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Будьте в курсе новых серий «Спасите зверушек». Итак, дальше. Отлично, за каждую полученную звезду ты заработаешь 25 монет. Сначала нам надо построить штаб спасателей. Нажми на участок. Построить. Строительство началось. Ура! Штаб спасателей готов. Нажми, чтобы увидеть результат. Теперь давайте подождем, пока появятся монеты. Здорово! Нажми, чтобы собрать монеты. Прекрасно, сыграем второй уровень, чтобы заработать больше монет. Второй уровень, играть. Цель, собрать 20 помидоров и 20 арбузов, ребята. Ничего сложного, ребят. Вот видите, второй уровень мы прошли. Но хочу предупредить, это только в начале легко. Так как мы проходим обучение и уровни легкие, дальше будет намного сложнее, поверьте мне. Вот я и в первый раз играю в эту игру, но подобные игры, 3 в ряд, они все начинаются просто. Дальше. Третий уровень, играть.
цель. 15 помидор и 15 тыкв. Вот так вот. Помидорчики мы собрали. Осталось тыквы 3 штуки. Секунду, секунду. Сейчас мы разберемся. Нам помощи не надо. Вот и все. Третий уровень пройден. Мы получили 3 звезды. Далее. Четвертый уровень. Цель 20 синих перчиков и 20 тыков. Нам нужно собрать. Ой, вот это да, вот это да. И еще 8 тыкв. Все, уровень пройден, совсем все просто. Ставьте лайки. Три звезды, четвертый уровень. Срочно! Лис получает 1000 монет для спасения питомцев. Ура, ура, ура! Похищены питомцы. Мы будем спасать животных. Эта игра про них. Поросята в ловушке, помогите спасти их. Здесь показаны питомцы, которых надо спасти. Здорово, а теперь спаси последнего поросенка. Какая хрюшка веселая, ребята, посмотрите. Три звезды, пятый уровень, мы прошли. Шестой уровень. Нам нужно спасти 4 цыпленка и 4 поросенка. Ребята, вперед. Цыпленок один спасен. А, почему один? 3 уже цыпленка спасены и 2 поросенка спасены.
Так, как нам быть? Ну, хватит пищать, а будет все хорошо. Не пищите. Поросенок спасен, ребят, поросенок. И все спасены, все зверята, все зверушки. Ура, 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 ура. 6-й уровень пройден. Сколько звезд мы получим? 3. Следующий уровень. Шестой мы прошли с 3 звездами, ребята. Дыни это, конечно, хорошо, а арбузы великолепно. Что если мы сможем вырасти парочку? Вот это да! Давайте превратим этот пустырь в арбузный сад. Нажми на участок. Мы будем выращивать арбузы, не может быть! Построить! Давай ускорим процесс. Нажмите на иконку. Завершить сейчас. Давайте. Отлично. А теперь нажми на галочку, чтобы увидеть результат. Арбузы мы выращиваем уже. Отлично. Очень хорошо. Следующий уровень. Цыплята в опасности. Играть. Ребята, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Айка ТВ. Надо спасти 8 цыплят. Восемь цыплят, осталось 4 цыпленка. Еще один цыпленок. Давайте подумаем, как его быстрее спасти. А вот так, одним ходом. Уровень пройден. Все цыплята спасены. Ура, ура, ура. Седьмой уровень. Мы получили 3 звезды. Отлично. Похищены питомцы. 8-й уровень. Цель одного поросенка спасти и трех цыплят, ребята. Вот они спрятаны. В ящиках бедные зверята. А вот так вот. А вот так вот. Так, как нам быть? Как нам быть? А вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лучше не стало. Thank you.
Так, так. Осталось 10 ходов, ребята. Давайте подумаем, давайте подумаем. Как нам спасти цыплят? Ой-ой, что-то я сделал не то. Совсем не то. Что-то я растерялся. Да это понятно. Давайте вот так, да. Но нам пока это не поможет. Не поможет. И еще один цыпленок остался, ребята. Один, один. Как же нам его спасти? И 4 хода, ребят. 4 хода. Ну, не получается у меня. Не получается. Отлично! Спасен последний цыпленок. Практически на самых последних. На самых последних ходах. Ну, мы не получим 3 звезды, да. Тут я плохо сыграл. Мы получили всего лишь одну звезду. Ну, что делать? У вас лучше получится, ребята. Играйте в эту игру, скачивайте для мобильных устройств, для планшетов, для телефонов. И играйте. Спасите зверят. Они ждут вашей помощи. И ставьте лайк. 9-й уровень. Спасти 1 поросенка и 2 цыплят. Создавай больше вертушек для спасения всех зверушек. Хо-хо. Давайте так и будем поступать. Я вижу, но нам надо вертушки создавать. Вот так. Хрю-хрю, хрю-хрю, сказал поросенок и убежал. Ура, ура, ура. Сколько нам дадут звезд? Получим мы 3 или нет? 1, 2, 3, ура! 3 звезды, прекрасно! Что нас ждет дальше? О, нет, парник разрушен. И щенята пропали. Мы должны все исправить и спасти щенят. Нажми на иконку, чтобы начать. Я понял. Давайте пройдем 10-й уровень. Щенят будем спасать в следующем видео. Играть. Спасти 2 щенков, 2 поросят и 35 желтых. Это, наверное, дыньки. Ну, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что дыньки. Оп. Так, где у нас щенята и поросята? Вот они. Так, 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 так. Отлично. 2 спасены. Давайте внимательно посмотрим, что мы можем еще сделать. Ого-го! Вот это да! Отлично!
Так, так, так. Ты куда, куда убежал? Убежал куда? Я вижу, 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 успеем. Давайте спасем щенка вот так. Так, щенка мы спасли. Вау. Так, 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 осторожно. У нас 7 ходов, ребята, осталось. И сколько дынек собрать? 4 дыньки еще обязательно. 4 дыньки. 4. Одну. Все, мы прошли 10 уровень. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Айка ТВ. Будьте в курсе новых серий. Игры спасите зверушек, ребята, зверушки ждут вашего спасения. Обязательно играйте в эту игру. Всем пока, с вами был Павел, канал Айка ТВ. До скорых встреч!